И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю выживать в Ark Survival Evolved. Да, это уже третья серия, по идее. Это третья серия. И я построил домик. Я вчера потратил 4 часа на постройку всего этого творения и вот на вот эти столы. Задумка была немножко другая, сделал более круглые, но забейте. Это ужасно. Без разметки их делать. И, в общем, потратил 4 часа на постройку этого дома. И сейчас я вам его покажу. Так. Эп. Так, включим свет. Здесь у меня костер, там сразу вот туча дерева, потому что дерева у меня полно, почему бы нет, пускай горит всегда. Ну, давайте со входа. То есть вот он, вход, потом вообще покажу план. То есть здесь у меня входной сундук. Ну да, это сундук. На 700 слотов, то есть как бы пришел, разгрузился, ушел и нормально. Здесь у меня сразу же открывается проход. Либо туда, либо туда. Здесь я либо здесь, либо в соседней комнате я сделаю генераторную. Пока у меня стоит здесь рефрижератор, но я потом его... да, это же обычный термошкаф. Холодос будет потом, да. Вот, ну, суть холодос, короче. В общем, пока что стоит здесь, надо будет перенести его наверх. Но пока что так. Эти ящики у меня уже пустые, я шмот перенес. Возможно, генератор будет стоять здесь, пока что еще не знаю. А что здесь делаю, тоже пока что не знаю. Да, там трава через стенку пробивается, и это нормально. Первый этаж я делал полностью каменным, чтобы вот он был каменный. Вот, и второй этаж у меня вот такой немножечко просторненький. Здесь с этой стороны у меня ящики, то есть здесь у меня скины, то есть вот 4 ящика пока что. Такое количество, потом будет видно, что как где. Если что, большие ящики, сундуки поставлю, как бы и нормас будет. Здесь у меня ресурсы, да, немножечко поубивал туда-сюда. Кстати, да, броньку я сделал полностью металлическую. То есть вот так снять, то есть вот на металлической броне. Чтобы брони было больше. Ну, сделал я это только что, как бы. Вспомнил, что... А, блин, железа много, надо сделать. Здесь у меня 4 кровати, да, стоят 2 S-плюсовские, 2 обычные. То есть как бы... Почему бы и нет. Здесь у меня выход на балкончик. То есть вот такой вот балкончик. Мастигозавр. Да, я с ним 2 заметочки залутал. И он теперь большого левела. Потом его покажу. Здесь у меня второй балкончик. Здесь уже вот с таким навесом прям маленьким. Вот. И как бы... Ну, я захотел здесь сделать балкончик. Делал все по наитию и... так как хотел в данный момент. Здесь выход, ну, то есть тоже окно на улицу. Здесь подъем наверх. Залазя наверх, мы видим вот такой вот большой ангар. Я сначала не хотел это делать, думал, как бы просто сделаю скат, как бы, и вот, а потом думал, а почему бы и черт побери нет. На крыше здесь будут у меня сидеть птеры. Да, я хочу сюда загонять птеров. Для этого у меня здесь 2 двойные двери. Вот такой вот маленький навес. Тоже он получается под углом. Вот он идет именно крыша. Вот, и здесь немножечко такая декорация. Вот, выглядит все вот это вот так. Снизу поставил колонны, сначала их не было, потом думаю, ну блин, ну непрактично. Непрактично, я поставил колонны. И вот, пожалуйста, уже выглядит стало намного лучше. То есть сверху у меня он большой вход. Сейчас вот так вот, вот так встану. То есть вот он большой вход. То есть на птере сюда спокойно залетаю. На аргенте не знаю. Наушники поправил, сорян. На аргенте не знаю, будет залетать, нет. Не помню, в эти он залетает или нет. Но как бы пару птерчиков все равно у меня будет. И они будут вот здесь. Почему бы и нет? Это прикольная идея. Дом у меня получился немножко асимметричный, то есть, ну, несимметричный, назовем так, более правильно будет. Хотя, по сути, это одно и то же. Не суть. Вот. Но я постарался его сделать хорошим именно вот и
и практичен, то есть, по сути, если уж что-то пошло, то есть такой дом строить, то в реальности, то он имеет свойство, скажем так, жить. Только надо будет немножечко на первом этаже сделать арочку посередине, чтобы несущая стена была, и на втором этаже тоже по центру несущую стену сделать, то есть как бы деление на комнаты, все дела. То есть такой дом реально может существовать. Этот дом выглядит вот так вот. Давайте заглянем. Здесь окошко сделал, окошко чисто просто, чтобы было. Здесь сначала сделал такой же подъем, как и здесь, винтовая лестница, а потом подумал, нафига? Нафига винтовая лестница, типа, из-за логики, у меня почему-то стало в последнее время, логика пробиваться просто жуть как сильно. Типа думал, ну запах, все дела, типа от животных же будет, и он будет пробиваться же в дом, типа... И решил, что вот такое вот решение, причем с отдельным тамбуром, будет намного лучше. Здесь поставил верстак, сделал такой верстак. Кстати, здесь как раз таки сундуки вот эти делаются, большие на 700 слотов. Здесь еще один балкон, да, еще один балкон. Или подожди, стоп, это тот же самый балкон, который я показывал, да. То есть у меня получается три балкона. Первый балкон, второй балкон и третий это для залета на Дина. Здесь у меня получается окно, здесь два окна, здесь одно, потому что здесь лестница, и около лестницы чаще всего не делают окно, оно у меня здесь. Можно было бы, но от него только был бы функционал в плане дополнительного освещения. Нет, все еще темно. Вот, то есть как бы оно здесь вообще нафиг не нужно. То есть здесь от него есть толк, типа можно выгнуть, смотрите, а там нету. Опять-таки же, откуда эта практичность в моей голове, я не знаю. Никогда такого не было, и вот, пожалуйста, откуда это взялось. Здесь у меня... я сразу хотел... Я сделал так, хотел делать... шестигранником, но шестигранник оказалось намного сложнее сделать, ну вот, и поэтому я решил, что вот так сойдет. И в центре костер. Здесь везде закрыл, здесь типа для вентиляции открыл, опять-таки же откуда это у меня в голове не знаю, но типа, чтобы не было угарного газа и так далее. То есть здесь открыл для проветривания. Если выйти сюда, то здесь нас встречает прекраснейшая картина в виде листьев, зеленых красивых листьев. Здесь у меня также стоит верстак и печка, печки. И вот здесь-то живая изгородь в виде травы. Это тоже из Savage, то есть из мода Savage, точнее сервера Savage, мод Savage. Вот здесь идет живая изгородь, живые, ну то есть фундаменты тоже есть травяные. И вот я сделал вот так. Здесь просто поставил лавочку, столик. Просто чтобы был, то есть здесь я как раз таки не декорировал по большей части, не знаю, что еще будет здесь. Здесь вот такой вот спуск с одной стороны, с другой стороны. То есть закольцевал, можно так сказать, немножечко. И здесь стоит кормушка с едой. Вот такой вот домик. Это дерево, не знаю, мешает мне или не мешает, пока что не мешает, но возможно я его снесу, так как в этом моде есть деревья. То есть ты можешь поставить точно так же деревья, какие захочешь. Сейчас здесь это встанем. Вот с этой стороны домик вот так. Поэтому я говорю, он у меня не симметричный. Сам от себя удивляюсь, как это я так сделал. Вот такой вот домик у меня получился. Почему такой, не знаю. Захотел, вот делал все по наитию. Вот захотел вот этот момент делать вот так. Я делал именно так. То есть, как бы вот. Вот здесь вот такая вот пристроечка. То есть, именно делал так, как я хочу. Что будем делать сегодня? Да. Мне, во-первых, благодаря Стегу. Теперь Стега топ-1 начальный Дина. При меня. Дерево лутает, солома лутает, ягода лутает. А волокно я могу налутать и серпом. Остается что? Правильно. Камень и металл. Это анкилка. И дедикурус. И это, блин, фигово, потому что нужно два дина томить. Но! Стега, анкилы, дин, додик, это хорошо. Но! Летуны. Мне нужны летуны, и первые, конечно же, пойдут теры. Теров я буду томить. Они где-то там, я их видел, вот там, где луч, где-то в том районе птерчики летают. Их буду томить, и желательно хотя бы парочку. Для этого у меня подлутал немножечко хитина.
повезло, я нашел трилобита, сейчас бегал, летал. Бегал, летал, бегал, искал. И нашел трилобита. С помощью него я нашел немножечко хитина. Вот, и благодаря этому я смог... Ну, я там нашел 140, но у меня на одно седло было. Вот. Создаем. И на поиске тера. Так, так. А, ну еще бы мне желательно первосортинку бы, да, подлутать. Ладно, первый птерчик и так сойдет. Посмотрим, если я кого-то найду, кого, с кого первосортинка дропается, и его смогу убить, то убью. К примеру, стега, если что, могу даже в соло убивать. Какой у меня стега? Жесткий, мощный, классный. 13 тысяч хп, выносливость 2000, ему качнул вес 1600 общий и скорость передвижения. В основном качал скорость передвижения. На сотом левеле должен появиться верстачок. Опять-таки же добавляет мод, ну, по крайней мере, раньше он был. Мод Savage добавляет, и там на вот этот верстачок, там седло на ускорении, но я не помню, там не только седло вроде бы были, я не помню, эти седла на только летунов или нет, но в любом случае разберемся, поищем и так далее. И, кстати, да, металлическое копье сделал. Ну а сейчас погнали искать, как говорится, первую часть видео прошла и про дом рассказал, а сейчас погнали томить птерчиков. Потому что птерчик как минимум один нужен. Это и лутание металла, кристаллов, полет, поиск и так далее. Погоди. Только домой назад. Вот зачем я вернулся. Динотрекер это скин наручных часов. И он работает через Shift-C и Shift-V. То есть это не телефончик. Почему не телефончик? Потому что... нет кристаллов, поэтому пока что снимаем красивый скинчик, но зато теперь я могу искать бинзов, и так будет намного легче найти кого-либо. Так что, блин, на полпути вернулся обратно. Погнали обратно искать... Тавтология обратно-обратно. Погнали вперед искать птеров. Ей! Не, ну, в целом поплавать был, конечно, гениальный план. Там, где акулы. Это я, конечно, молодец. Но я рассчитываю, что я их убью. Я надеюсь, что я их убью. Но у меня хп больше, чем у них. И отнимаю я им явно больше, чем они мне. Но, блин. Зачем я нырнул в воду там, где акулы плавают? Это уже другой вопрос. О, отлично. Связались. И, кстати, птеров пока не нашел, зато вот трилобитов нашел. Ох, хитинчика сколько. Цементной пасты нужно, однако, мне много. И... не зря я ход сюда плыл. Трилобит. Когда вот нужно было, трилобитов не было. Но теперь их полный список. Они в воде в основном плавают, козлы. А я их по берегу искал. Зато точно я знаю, что здесь где-то птерчики бегают. А еще вон там наверху есть заметочка, так что сразу же к ней горцанем и еще дофига левла получим, что будет очень даже здорово. Не думал, что птера так будет тяжело найти. О, таракан летел прямо на меня. Но это просто ужасно. Я уже оббежал, в общем, все, что у меня разведано. Ну, кроме вот верхних полос, я все это оббежал. А, ну и на красный этот не залетал. Все ужасно. Я нашел одного птера 8 левела, я его сразу завалил, чтобы спаун увеличился. Все. Я уже даже пришел сюда, куда я думал, что только на птере прилечу. За кристаллами. Нет. Нет, я уже пешком сюда пришел. Уже и с рапторами подрался, уже и огромный полчаса этих тилок завалил,
компиков ужас. Аптера так и не нашел. Их просто нету. Их на локации дофига должно быть в этом месте. А их нету. Ужасно. Ну ладно, чё. Хотя бы металл добуду с кристаллами. Ну еще буду искать дальше. Включил на паузу, блин. Тут резинка бегает. Вот. Вот. А 100% когда нужно будет? Потом я ее на не найду. Вот 100%. Вот 100%, потому что до этого птерчики летают. Да что ж ты за мной-то бегаешь, да? Отстань. Да что? Щу-щу, смотрят на меня. А птеров нету. Птеров нету. Да, я бью рукой из-за того, что у меня на С стоит бить рукой, а на Ctrl присесть, потому что мне так удобнее. What the fuck? Да что ты ко мне-то идешь? Ужасно. Я просто хочу вот эту вот жирную жилу металла добыть. О, вот иди отсюда. Ну вот и какова вероятность была встретить его? Теретильно. Тернозавр. Опять раптора встретил. Ну, завалил, конечно, его. А птеров нету. Зато потом, когда я его притомлю, они мне будут мешаться. Везде будут опять появляться, мешаться, и черт их побери. Не люблю я такое. Прям ненавижу. Закон подлости это называется. Что только не сделаешь для того, чтобы добыть первосортинку. Ну, чуть-чуть. Повезло. Нашел птера. 84-го левела. Кое-как. Вернулся обратно. Туда, где я убивал птера 8-го левела. Нашел 12-го левела. Побегал в округе, нашел 84-го левела. Господи, хоть что-то. Побежал за первосортинкой. В итоге нашел первосортную рыбу, первосортное мясо. В общем, очень надеюсь на то, что его там не задамажили. Кстати, это могу глянуть, по идее. Да, 100% эффективность приручения не задамажили. Что очень даже хорошо. О, кстати, так тоже видно. Ну все, погнали томить. Для справки, я только дольше бегал. Подбегая сюда, нашел саркозуха, который на меня напал, 12-го левела, и я его убил. С него было 2 прайм мяса. И вот эта вот эффективность с 1 прайм мяса. Да уж. Но бегал я изрядно. Но зато успел проголодаться, птерчик нехило. И что тут у нас сейчас? Практически еще раз похавает скоро. С пользой провел время хотя бы. Хотя на нервах был сильный. О! Вот и все. Вот и птерчик. Экипировать седло. Всю хафу сразу у него закинул, чтобы она меньше портилась. Допустим, здесь вот 6.30. А здесь минута 30. Да, оседлать у меня тебя не получится. Поэтому до дома пешком. Кстати, вот это вырубить. Ну все, погнали. Блин. Пешком. Благо недалеко. Ну, наконец-то я и дома. Пришел, разгрузился и наконец-то могу полетать. Классно. Вот так вот мой домик выглядит со стороны. И сейчас попробуем тот самый залет, про который я говорил. Нет, домик мне однозначно нравится. Он небольшой, он функциональный. Он имеет какую-никакую декоративность и, самое главное, реалистичность. Что меня не будет в свое время раздражать. Если у меня какой-то бзик будет в голове. Оп! Почти! Экс. Не. По новой. Все говно, давай сначала. Твою мать. Застрял. Так. Просто нужно сюда. Верька. Ну, по сути, да. Нужно просто сюда залетать. И все. Не заползать, а залетать.
Даже если в одна дверь откроется, это будет хорошо. Потому что в одну дверь он точно так же пролетает. Но лучше вот так по центру. Или по низу. О, по низу лучше. И все. Оп. И стоит на месте. Классно же, классно же. Отлично. Просто великолепно. О, кстати. Сейчас гоняем. И самое первое, что нужно сделать, когда садишься на птерчика, это прокачать. Прокачать его, конечно, нужно как-то более серьезно, но умнее, чем на заметках, у меня ничего в голову и не приходит. Хотя вот сейчас выносливость закончится. Ой, ужас! И вот здесь заметочка. Сейчас глянем, сколько апнет ему. Так. Стоять. 132 левел. Открывайся. О, плюс 27 левелов. Можно вкачать ему выносливость. Да, побольше. Кстати, вес тоже нужно будет подкачать. А сейчас к другой заметке. Вот, почти долетел. И что у нас здесь? О, еще плюс 26 левелов. Не знаю, возможно, я что-то с настройками наманьячил, но зато так быстрее прокачка. А это значит, что да, я меньше геймера себе заработаю, CD прокачивая. Вот так. И вес, потому что нужно. Вот, 700 будет достаточно, все остальное. Кстати, урон тоже не повредит. Вот такая вот фигня. Классно. Ну что, по-моему, серия получилась нормальная. Не знаю, как в целом, но мне, по крайней мере, нравится. Все, на этом я буду с вами пошел прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну и, конечно же, делиться моим видео с своими друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого и добра, всем пока.